Мероприятие началось с торжественного митинга, в котором приняли участие почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. Они пришли в гимназию не с пустыми руками, передав в дар школьному музею уникальные фотографии и документы. Прошла военная пора и не вернется к жизни снова. Ты слышишь, русская, ура! Всепобеждающее слово! От имени Общественной палаты Люберецкого района с наступающим праздником ребят поздравила Екатерина Дегтярева. А слова песни «Хотят ли русские войны», которую исполнил ученик гимназии, оказались очень символичными и сегодня. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские? Несмотря на холодную, промозглую погоду, ребята с большим удовольствием сажали молоденькие деревца. Ведь даже спустя многие годы память о Великой Победе остается святой для каждого гражданина нашей страны. А малыши воспитываются на ней. Сегодня здесь я вместе со своей семьей, со своими детьми, со своим супругом. Мы сажаем деревья, потому что для нас не безразлично, как выглядит наш город и где будут учиться наши дети. Я пойду сюда в первый класс, я буду учиться. Я хочу, чтобы выросли красивые деревья. Пройдут годы, повзрослеют гимназисты. Им на смену придут новые поколения. А высаженные сегодня деревья каждый май будут напоминать им о той победе, которая стала гордостью нашего Отечества. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.